Приветствую всех участников Светлой Лиги. Сегодня мы, как всегда, разыгрываем лучшего игрока 14-го тура, и который, соответственно, после розыгрыша получит приз. И короткое наставление. На сегодня я хотел бы прочитать послание к евреям, 10 глава, 24 стих. Здесь написано: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Иисус Христос оставил нам две главные заповеди. Это любить Бога и вторая заповедь – любить ближнего. И я хотел бы призвать вас вот, действительно обратить внимание на своих ближних, на друзей, на людей, которых вас окружают. И быть действительно, вот как написал апостол, внимательны к ним и поощрять их. А как внимательно быть человеку? Первое, как мы проявляем другому внимание, это проявление элементарного уважения к человеку. А второе, это тут написано поощрение. Я должен сказал бы воодушевление, поощрение этого человека. Потому что таким образом, когда мы обращаем на человека внимание, мы его воодушевляем, мы его поощряем. В итоге мы получаем, когда-нибудь кто-то и нас тоже воодушевит, и поощрит, и похвалит. Это очень нужно каждому человеку. Так что будьте внимательны друг к другу, поощряя к добрым делам. Сейчас идет розыгрыш. Я выбираю игрока. И победителем, лучшим игроком 14-го тура в Светлой Лиге Зражевский Юрий, КЛФК. Поздравляем Юрию. И желаем ему успехов и в дальнейшем. Спасибо.